В Актобе прошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди учащихся колледжей. Спортивное состязание приурочили к юбилею ветерана-педагога Александра Смирнова. Мероприятие направлено на военно-патриотическое воспитание обучающихся и формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни. Всего участие приняли 14 девушек из всех городских колледжей. Защитить честь своего учебного заведения были отправлены опытные стрелки. Студентка колледжа Дуние 4 курса. Стрельбой я занимаюсь с 13 лет, с 7 класса, поэтому для меня это было всегда интересно. А учил меня стрелять мой папа, он тоже военрук был. Я интересуюсь стрельбой для себя, мне очень это интересно. Целью мероприятия явилось повышение уровня военно-патриотического воспитания и совершенствование спортивного мастерства молодежи. Мероприятие приурочили к юбилею педагога-ветерана музыкального колледжа. Это Александр Смирнов Геннадьевич. Ему исполнилось 80 лет. И вот в честь него мы проводим первый городской конкурс среди колледжей по стрельбе по пневматическому оружию. Сам Александр Геннадьевич долгие годы работал в нашем колледже, вел свою патриотическую работу. В нашем колледже он сам создал тир. Отметим, организаторы планируют сделать данные соревнования ежегодными. Анастасия Евсеева, Жанна Дельсагиев, телеканал «Актобе».